Всем привет, игра серии. Вчера девушки проиграли 0-1, вот сейчас попробуют они взять реванш. Полина сейчас капитана взяла. Вчера, потому что Алина не оправдала оказанного ей высокого доверия. Да, омника бань. Так, ну сейчас посмотрим по их пику, что они там. Есть пиктру, тогда надо Свена банить. И у этого спроси 6-7-7, за кого он хорошо играет. Вот они опять могут Свена взять. Да, да. Банить. Подожди, выбор. Так, выбор. Надо кого-нибудь, знаешь... Саппорта. Дазла можно взять, или там Лича, Шамана. Просто саппорта пока. Тем более, если они Свена, в урон пойдут. Сейчас саппорта, дальше посмотрим. Сейчас, погоди, сейчас. Не пикай пока. Не пикай. Ничего, там резерв будет. Сперва сапов. Нет. Так, никто не может, не надо. Бери тогда Лича. Не, бери Лича. За Лича любой сможет. Лича нормально. Все равно сап сперва нужен. Второго Лича все равно пикать. Ой, второго саппорта все равно пикать. А, второго пикать сейчас сразу. ВР-ку можешь взять. ВР-ку может он. Ну, сейчас посмотрим, кого они. Сейчас Свена. Мы пикаем. А, мы пикаем. Бери ВР-ку. Если они сейчас Свену возьмут, ВР-ка она и как саппорт можно. А инвокер так. Тем более сало в бане, хорошо. ВР зайдет. Так, ну он идет на мид. ВР-ка. Ну. Давай, ладно, ВР. Нормально. ВР. Так, под инвокера у нас сало забаненный. Не будет инвокера, он мид пойдет. Не, не пойдет он мид. Инвока возьмем, он 80-й левел, все равно инвока. Ну и что, два? Пусть ВР-ка на линию пойдет. У них опять то же самое. Вам, короче, бань Свена, они опять сейчас Свена могут взять. Где Свен? Свен в силе, вон там наверху. Один просит Сларка, другой просит Шторма. Сларка можно взять, ничего страшного. Сларка, инвокера, а Шторма посмотрим. Может, Шторм тоже, кстати, заходит. Так, запрет, подожди, вот сейчас запрет. Кто он тут может помешать? Шторма, если я буду пикать, надо что-нибудь по Шторма взять. Не знаю, он тонкий очень. Undying может повредить. Так, Эмбера можно связать. Кстати, но иллюзии можно забанить. Забаньте эту. А, не, иллюзии нет, инвокер будет, не надо. Инвокер будет, не надо. Кого? Бару забань. Забань Бару. Ланаю? Ланаю нормально, да, Ланаю. Где она? Где Ланаю? Забанить, что ли, хочешь? Да. Лучше я, бы Бару. Я, короче, пикаю инвокера. Кого еще я пикаю? Сларка. Сларка и Шторма. И пока так, и это Шамана. Не надо шаман, не надо. Все, Лич один и ВР-ка под саппорт. Не надо шаман, нет. Пушер есть, саппорт. Какой есть. Шторм? Не, ну может он на нем хорошо играет. Ты видишь этот турболет? Вот сейчас, понимаешь, возьмешь не того, он играть-то на нем не может. Инвокера обязательно вот этому чуваку возьми. Только четвертым пиком, не сразу. Возьми сейчас Сларка или Шторма, возьми. Возьми ему Шторма, может он тащит на нем, раз он умоляет где его шторм? Взять. Вот Шторм, ладно. Вот пускай. Шторм. Четвертым пиком инвокера бери. Так, кого забанить, если инвокер и Шторм? Кого забанить? СФ можно забанить вам, кстати. Инвокера просит, но она мид. Нет, она не мид. Инвокер мид, а она пусть на лайн идет. Спектру пикать надо. Не надо никакую спектру. Она хочет спектру и шамана. Не надо, скажи ей. Все. Напиши ей. Она за Сларка же хотела. Не ладно, ладно, возьми Шторма. Да взяла я Шторма. О, этого инвокера бери, потому что его могут или забанить, или взять. Бери, бери инвокера. Да подожди ты. Че ждать, я тебе говорю, бери инвокера. Да, не надо, да. Надо. Ему ВР-ку взяли, пусть угомонится. Инвокер тут нормальный. Чувак нормально за него играет. Бери инвокера. На всех не угодишь. Ну, два, понимаешь, мидера. И чё? Ну, два мидера. На лайнах она легко стоит, ВР. Чё дальше? Не обязательно же идти вдвоем на мид. Ничего, дальники, зато вы им фарма не дадите. Сейчас как? Я морфа пикну, да подожди. Морфинг нормально, кстати, заходит. Да кто Марфа-то? Ну кто? Алина будет играть за морфинга. Ее не поймешь, что она Сларк кричит. Это не она кричала! Читая.
Вон пишет, Сларку взять. Тихо. А ВР-ку это кто она, просил? ВР-ку кто-то допросил. Их не поймешь, блин. Ты просил ВР-ку. Нет, вот чувак говорил, вот этот, Ютуба Книхт, он писал. Он все разные пишет постоянно. Вот подожди. Он пишет Сларк. До этого он писал ВР-ку. Инвокер надо было четвертым брать, а потом же Марфа могут они. Лансер банить. Лансер не надо банить, инвокер иллюзию уничтожать. Не надо никого Лансер банить. Баньте СФ лучше. Вот этот, видишь, пишет, я ВР, окей. Они будут пидора пикать нормально какого-нибудь. СФа бань. Папу или Линон. Не знаю кого. Но бань СФа, я тебе говорю, что ты не знаешь? Тот пишет Лину пикать. Я тебе говорю, кого банить, СФа бань. Почему СФа? Потому что кроме СФа сильного магического прокаста там особо нет, если вы возьмете инвокера. Подожди. Вам эта Лина, ее будет и Шторм убивать, и ВР-ку связывать. Ничего Лина это вам не сделает. А СФ, если расформиться нормально. Подожди, я скажу то, что слово парню СФ и все. Могут инвокера сейчас забанить. Может, он танка пикать? А, кстати, ты же на ВР можешь. За ВР-ку другого. Все, инвокера бери. Там сейчас какой-то может инвизник быть, Рики какой-нибудь или Бруда. Им нужен мидер вообще-то. Ну вот она и пойдет на мид. Алина хочет Расту. И этот чувак просил инвокера, дай и все. Не слушает Алина, она вчера напикала Алина, и вы проиграли, блин, в 50 убийств. Все, ты берешь ВР-ку, и кто там Шторма просил, Шторма берет. Этот за инвокера будет. Все просят Расту. Ты же скажи инвокером хотел. Ну ладно, он будет на ВР. Ты спроси, кем он будет. Время есть, напиши. Подожди, напиши. Раз. Сам пиши. Нужно, может быть, реально Кингу взять так, как танка. Нормально, давай Кингу. Можно Кингу. Стой, не торопись, на последней секунде выберешь. Не торопись, время есть, резервное время есть. Че торопитесь? Я не могу, что ли, писать? Мне не пишет. Ты пишешь, я считаю уже это. На ком он будет играть? Ему надо взять. Кого он хочет? Тимбер, какой Тимбер? Короче, Тимбер можно. Или Кинга бери, или бери инвокера. Тимбера можно пикнуть. ВК бери. В Райс Кинга бери нормально. Инвокера прось, ну все. Ну зачем ты, Тимбер? Человек. Не знаю я. Пофиг. Ты сказал, я тебе буду советы давать. Слушаешь Алину эту, понимаешь, Тимбера, потому Мимбера. Потому что не она говорила мне. А кто? Этот черт, он постоянно разные пишет. Только не лично. Он писал ВР, то он писал Сларк, он всех уже перебрал. И ты, кого ты там слушаешь, непонятно. Ну, человек 80-й левел, инвокер 20 раз написал. Я его сейчас спросил, кем будешь играть? Он говорит, инвокером. Ты берешь Тимбера. Для чего? Взяли бы Кинга тогда хотя бы. Ну, ладно. Герои получились. Вам надо было или Кинга, или проказ брать. А чё время ожидания у меня истекло? Так, стой. Ты тоже включился. У нас Тимбер включился пока что чуток. Да хлики опять у вас. У них жирные, конечно, герои, но у них лейта нет вообще. Урса там один, которого ВР-ка будет на изи убивать. Вам просто надо затянуть лейт у вас. Морф и ВР-ка они разнесут Урсу. Тимбер включился. Всё, играем. Ага, у нас Тимбер, по-моему, Тимбер тоже прикручивает нормально. Так, выбор перспективы. Ладно, я за тебя, да, Фокси? Всё, от твоего имени буду смотреть. Ну что, давайте тащите. Тимбер в начале должен тащить, а Морф в конце. Кто идет на мид? Тимбер? Да. Нет. Шторм. А. Я с Тимбером иду наверх, как я поняла. Алина с Морфингом идет с лечом на низ. Ну да, нормально. А Шторм мид. На First Blood пойдете? Что-то у меня звук тихий, что ли, не пойму. А, не, нормально.
куда, блин, этот тиндер пошел? Почему там стоит? Ну, может, в спину, он ему в спину заходит. Вот так руну не заберем вообще никогда. Если сейчас не... он подойдет, сейчас он идет. Сейчас этот тусик закатится, шейкер дал стан, и все. Тимбер, идешь? Мы тут в районе. Тимбер, давай. Ну вот и все. Я сказала. Хоть руну заберите. Руну, руну. О, Тимбер свой нормально забрал руну. Хорошо сыграно. Так, Алина за кого? Алина за кого? За Морфа? Она может за него хоть играть? Не знаю, я на хорошо играет вообще. Да. Ну, конечно, не как вчера, наверное. Не знаю, я, блин, я не получила. Вчера теми бомбил всех, но вот сегодня они не могут играть, и вечером они только. Поэтому получил, что замена, но призы как бы останутся за победившей командой в серии. Сейчас. И зачем? Это типа агрессивная игра Forever, да, типа? Ну, кварите, блин, бей, я еще шейкер. Не буду кварить, ясно. Да блин, что за нафиг? Я просто прокачала себе, короче, эти скиллы. Кролик, кролик, надо крольчатину гасить. Ты видел на обложке про крольчатину, что был? Да. Надо его фёстблат на нем сделать. Конечно, это... Фармиться вам легче будет здесь против них. Ну они, блин, закатываются с этими шариками своими. Но у нее еще мана кончится, у нее много маны. Ты это переключайся на всех. На 7 наплетай. Да, я сейчас посмотрю. А я не могу, видишь, я нажимаю, так не переключайся, это тут надо выбирать все время. Ладно, я. Я посмотрю, что там этот. Алина. Алина, вот, вся надежда на нее. Так, ну чё, пик уже, конечно, получше, чем вчера. Вначале они очень жирные, но зато лейт сильный у девчонок. Главное, у Урса, чтобы... Хочу сказать, в команде только две девочки. Ло-ло-ло-ло-ло. Не, ну, достаточно. Вы тут основные керри, тем более, вся надежда на вас. Пусть, короче, на это... 1-1 надо что-то в серии сравнять. Так, чё у нас там лич? Лич там отводы, по-моему, делает. Молодец. Урса летит, но надо убить. Не, Урса на мид пошел. А, кстати, они меня не слышат, да? Потому что я у вас тренер, слышу, да? О, все, ФБ сделал нормас. Ну чё ж ты... Ааа, подожди. Я живу. Не надо идти за ним. Я не успел даже, как фёрстблад полинкой сделал. Да нормально. Ботл. Ботл, потому что он мне нужен. Не знаю, зачем он мне. Просто так. Нет. Да не, ну ботл пригодится тебе, даже если ты не на меду. Нормально, тут просто такой харасс. Пауэршотик. Сейчас надо их понапрягать, чтобы они с линии ушли. О. Второй весь. Нет, Тимбер дамажит нормально, а я просто точками кидаю. Тимбер вначале жесткий персонаж. У них сейчас мана кончится, блин. И все, они вообще очень будут отдыхать здесь на линии. Так, Урса на миду. Я сейчас посмотрю, что там этот штормец. Мне нужен ботл, потому что он не нужен. Не знаю, лич почему? Еле живой там. Yeah. Ну, шторм, конечно, выиграет мид у Урсы. Пятый левел уже шторм. Сейчас он к вам придет скоро. О, стой, я же могу эту приколюху делать? Блин, я вот что сейчас... Туск пришел, шторма убивает. Помогите шторму! Некому помогать даже. О, Урсула на голобой. Господи, просто бог! Шторм молодец, я прям заснял это двойное убийство. Сейчас девчонки рампагу будут делать. Так, что там помен? Он просил так шторма. Нормально. Пусть идет. Пришли гонганы. Шторм, давай наверх, у тебя уже шестой левел, давай вверх. Гангани там, убей. Да ладно, все нормально, на низ. Не, все равно надо давить их, или низ. Или низ лучше, низ. У нас все нормально. Давай шторм на низ сейчас. Огор, огор. Сол ринг и патена. Ты уже третьего что ли убиваешь?
Потому что этот Тимбер так хочет убить. Кладбищенский взнос. От вас победы никто не ждет, видишь, в этой игре. Шейкер ливну. Паузу ставь. И зачем? Не, ну он просто, ну не специально же он ливну. Давай, 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 до конца, до конца. Лол, я не попал стрелой, ясно, понятно. Сейчас бы паузу. Ну поставьте паузу. А за Шейкера кто играет? А, Икис. Че это случилось? Надо написать ему. Сейчас напишу. Фокси. Опа-опа. Напишите ему, понял. Я не буду тут экран переключать. А, все, пришел. Нормально. Блин, не успел сгнать. Крипочка. Можешь гадать хотя бы. Туск можно убить, Шторм. Вверху туск покоцанный весь. Крольчатину забирайте. Танго можно дать мне, нет? Смотри, так прикольно. Я, получается, камеры могу как хочу крутить, а вы там это... Играете. Играете, да. Отличный вариант. Вот и нет. Блин. Вот только я хотела ботл убить, и он сразу меня что-то сделал. Сбил ботл, что ли? Ну да. Я даже успел похилить. Какая что? Блин, я не слышу, что он говорит. Реально не слышу. Мне равно нужно пойти. Сейчас Тимбер начнет бомбить. На нем пятый. Не, Тимбер нормально. Бро 80-го ВВ. Он просто деревья тут покоцал и не с чем будет связывать тут. Куда он улетел? На низ. Так. Вот я переключаюсь на Полинку. Я, короче, пойду пока. Да нет. А, на Алинку. Вот так, Сакс. Убили ее. Все, Тимбер убил Аксу. Чап-чап. Блин, там, короче, этот Урса взрывной пошел, и я пошла взрывной. Блин, Шейкер задолбал. Мне очень интересно, кто заберет взрывной. Так, погоди, уровень сейчас, позырим. А, тебе не видно, да, Урсу? Хотела, чтобы ты Урсу смотрел. Что? А я могу? Не, я не могу, я на вас только могу переключаться. За кем вы сейчас, погоди? Сейчас я камеру на тебя. Вот у нас Wind Ranger. Понятно. Что, хотите убить Урсу? Замедли. Зип. Что, маме? Сейчас маме дам. Ай, но! Ну, заберет ногу, конечно, заберет. Кек. Сезон охоты открыт. Парень, ты же любишь господствовать? Конечно. Конечно. Так, все, я сейчас пойду посмотрю на Алину. О, тут замес. Тут замес, короче. Акс. Замес, короче, Акс, ясно. Убил всех Акс. Морф забежал. Нормас. Молодец. У меня 6 уровня тут. Ух ты, я. Я 6 уровня. Кек. Чё ты будешь, аганим, наверное, да, сразу да. Собирать? У них Шейкер задолбал. Надо это сейчас связать. Надо связать, надо связать, надо связать. Тут дерево есть? Нет, тут дерево. Смотри, сзади Акс. Сзади Акс! Смотри, здесь сзади Акс, а этот Огр, они между ними, короче, оказались. На развороте, за Огром под башней не бегите, на Акса, Шторм, на развороте его. Связать тусика, а то он сейчас ещё, блин, пендель. Смотрите, а то вас в башне сейчас прижмут. А чё, как не успеть? Он сам бежит. Даймоны штормов. Нет, эту... Сзади Акс, не идите за Огром. Так неудобно смотреть, мне кажется. Не, нормально. Чё там? Я могу так... Всё, чё, что Огр? Нет, у него маны нет. Она сейчас если мангусик сожрёт. Шторм это убью. А, я думал, Акс драться бежал, он просто побежал. Че, убьют тебя сейчас? Тина. Скотти Пиппан. Блин, обидно! Ну, блин, я заснял твою смерть. Да потому что этот вонючий Шейкер там стоял. Я бы его сейчас убила, просто был на тычке на одной. О, господи. Тимбер пошел в леса куда-то. Я
Ну давайте Акса. Лич, уходи. Все, блин, Лич умер. Акса убьют? Нет. Пошел он до конца, зря пошел. Блин, у них Акс доминирует. Акс доминирует. Полин, надо Акса тебе наказать. Шейкера связать и убить. Да задолбал он. Вот отключается, ну блин. Который вчера в Крыму свет отключали, вот у Шейкера, 5 раз. Он так хотел играть, этот Шейкер. И в итоге вот из-за того, что у них проблемы с энергообеспечением. Кого? Получается, ну у него, у этого. Помнишь, вчера парень переживал? Я его все ночью убью. Он в любом случае умрет. Но сейчас, кстати, это честно будет, потому что ты до этого дала в нее. Смотри, стрела. Прикольненько, да? Ага. Ну-ка, можно на нее прям? Не, оставь так. Ну ты, может, уберешь эту фигню? Вот так вот. А, это же я, фу. Все, Шейкер умер. И этот Туску убил. Пока он мертвый, не нажимайте паузу, пока мертвый. Так, чё он у вас? Ну, да не, но он мертвый все равно. Блин, их Шейкер подводит, конечно. Но вы его ждете, так что как бы вы играете по-честному и выигрываете не поэтому. Так, сейчас я посмотрю, что там. Шторм. А, Тимбер тут. Смотри, у Тимбера. Смотри, дым какой-то. Смотрите, типа он курит. Ясно. Тимбер, ты чё там куришь? Смотри вообще, чё у тебя там? Что? Я сейчас приблизил на тебя камеру, у тебя дым такой идет наверх. Вон, а все уже нет, вот сейчас ты нажал. Тимбер такой наркоман. Тимбер, ты на наркомана похож, у тебя персонаж наркоманский какой-то, вообще наглух. Вот когда приближаешь, смотри какой черт. Смотри, Полин, на крабу пуджу похож. Да? Вообще какой-то нарк. Веселый такой. Весельчак. Я его сейчас прям приблизил близко, потом на видео на канале посмотришь. Ну, Дота фан, ну ты чё? Ты даже не в курсе? Эти игры на видео выложите. Я же его только что пригласила. Посмотришь, ссылку дадим. Это вторая игра серии, короче. Кто выиграет до 3 побед, сеты получит. Тут хотели девчонки против пацанов, но получилось, что смешанное. Так что тащи давай. Вчера они проиграли вообще в дребезги с рампагой. Там их ОД, сколько он, 30 с лишним убийств? ОД, ОД, ОД. Их ОД просто вынес там, понимаешь? И сейчас думали... Ну, я и говорю нормально, это просто кто-то там просил Тимберсов, вот непонятный какой-то персонаж, и поэтому не отжимайте, не отжимайте, ждем. Нормально, он зашел, вот Тимбер-то. Не, ну ты видишь, на Тимбере играешь же более-менее пока. О, зашел, все. Она моргает, смотри, в паузе моргает. Я видела. Она живая. Нет. Так что давай серьезно отнесись, Тимбер. Надо затащить, чтобы девчонки в серии победили. Тут кто-то есть. Тут кто-то был, я увидела. Что, за меня все девчонки играют? Не все. Там было вчера 3, вот две сегодня 2 играют сейчас. Морфлинг и ЭВР. Морф играет, Алина ее зовут. И Полина играет вот за ВР-ку. Полина плохо играет. Полина хорошо играет. Не, Алина. А, Алина плохо играет. Я сейчас посмотрю, что он там. Алин, ну давай, блин. Тащи, ё-моё. Наш главный лейт. Да опять сейчас ее убьют. Фиссурку дали. Но морф он какой-то такой, за ним не очень интересно близко наблюдать. Он обтекаем. Лич, чё, ульта у тебя там? Давай бомби уже, где ульта твоя бомбовая?
Мне нужно к Лалити. О, Лич. А у Лича тут 5-й левел, блин. Надо левел набрать. Ну, он потому что на отводах был. Да я знаю, Лич, ты нормально играл. Ты, зато она там должна была левел набрать. Какой левел у нее? Нифига, он 7-й. Так, ладно. Тимбера убили. Тимбера убили. Лич, как ульта будет, сразу ТП-ху купи, сразу приди, кого-нибудь заберем. Штормец. Шторм бомбит. Лол. Я, конечно, туда наверх, ладно, что пришла вообще. Я думаю, сейчас заберем кого-нибудь там, Урсу или Акса, а никого нет. Все боятся. Блин! Урса на Роше может быть, народ, чекните, его нигде нет. Шторм, на Рошана сходите, посмотрите. Кто-то еще надо, чтобы помог. Тимбер, давайте на Рошу. Он а там, наверное, бьет. А, нет, он на миду, не-не, на миду. Блин, Шейкер задолбал. Напишите ему там в этом, в личку, сколько он будет отключаться еще, но уже серьезно уже. Напиши, что ты подводишь всех, перезагрузи там интернет, что-нибудь. В сообщении ему напиши в личный. Я сейчас просто не хочу с экрана. Шторма пока рассмотрю. Толстенький такой. Это же толстый мексиканец, да, раньше был? Не знаю. Или нет? Его поменяли как-то там? Или какая-то панда была, не помню. Так... Сейчас смотри, когда близко навел, у меня почему-то камера не переключается. Вот смотри. Видишь? В паузе не. У меня тоже не переключается, у меня даже экран не двигается. Только так. Фу, что делать? Ну ждем, блин. Ну хочется, чтобы нормальная игра была. А как? Что делать, непонятно. Один, чтобы у вас, может, тоже ливнул кто-нибудь, чтобы 4 на 4. Ты написал ему там, Доте? Он не в сети. Может, Лича попросим, ливнул, чтобы он в этой игре, а следующий сейчас будем играть уже. Тогда, ну, по чесноку будет, реально. Королич, подождешь нашу следующую игру, мы тебя обязательно в команду. Ты напиши, чтобы он не думал, что там мы его совсем выгоняем или как-то. Поставь пока паузу, погоди, надо решить вопрос. Я ставил паузу, не могу ставить паузу. Качка, перекачка, как там тебя, Морф, слышишь? Слушай, Лич, погоди, Тимбер. Снимаем все-таки игру, хочется, чтобы... Погоди, Тимбер, пожалуйста, погоди. Тимбер, Лич, может ты отключишься, пусть они 4 на 4 доиграют, а сейчас следующая игра в серии уже, ну, может, другого подключится, вместо вот. Шейкера возьмем и будем 5 на 5. Давай чуть-чуть подождем Шейкер, вот сейчас он подключится, не возобновляйте игру, мы его спросим, будет он дальше так, если, то придет 4 на 4 доиграть, а следующую вместо него мы возьмем другого игрока. Ну, потому что это не дело, так мы... Или Морф, ну, кто-то выйдет один, чтобы 4 на 4 тогда играл. Почему Морф-то? Не, ну Морф или Лич, ну кто хотите. Короче, последний раз мы ждем Шейкера. Я рядом, но ты D-букву нажми, перекачивайся, как там тебя? Алина, Настя. Алина ее зовут, Морфа. Алина, перекачивай. И чё, перекачку можно и встань, алё. Направь меня туда. Она не направляется в паузе. Ну просто нажми, чтоб туда нет. Было. Да, конечно. Делай букву, нажимай и перекачивайся. Ничего не нажимается. Потом ТП и ТП, говорю, первый, там, что с Кирой, как там называется, не знаю. Блин, Шейкер этот. Лич, ты слышишь? Если что, можешь ливнуть, а? Пожалуйста, чтобы, ну, нормально перевод, доиграли. Следующую катку мы по-любому тебя возьмем. Сейчас тут быстро, минут 20 они, наверное, доиграют. А то мы так час будем играть с этим Шейкером.
Он отключился, я не знаю, почему мы его ждем вообще, он не в сети. Он не в сети вообще, давайте просто отожмем, и Лич, ты тоже отключись, хорошо? Блин, ну ладно, но потом не можешь, ну все, все, Лич отключился, играем 4 на 4. Ладно, спасибо, Лич. Так, перекачку, убили Марфа. Все, Лич ливнул. Шейкер пусть тоже ливает. Теперь он ливнул, он не в сети даже. Все, по чесноку. 4 на 4 катайте. Обидно без Лича. Тяжко будет. Да. Без Лича будет тяжело, потому что он у вас саппорт был. Единственный. На тебя там вкатывать? Да, нет. Камеру переключить? Стой. Они играют с этим. Молодец. Да я, в общем-то, по-другому быть не могла. Я его привязала, он как-то глупо поступил вообще. Так, и... Не контроль, шейкер. Да ё-моё, это так задолбал. Ну, морф, даблкил, ну! Палё! Ну, морф! Господи, что она? Чё она вообще тычку какая? Тычку не могла кинуть просто, какой-то дебилизм. Алин, ну давай уже, ты чё? Даблкил бы был, софиги. Нафиг ты морфа взяла, она на нём играть нифига не может, этого морфа. Взяла бы ты ей кого, она хотела, спектру там или кого, Свена в бане был. Да не умеет она даже за спектру свою играть. Ну а за кого она умеет? Чё она просит героев, блин, и не может нифига играть за них? Ой-ой-ой. Меня убили. То, что была Урса и Тусик. Куда ты пошел? Блин! Ну, тычку. Отлично. Нормально. Ну, а Шторм, конечно, нормально. Мид выиграл. Мид причем в дребезги выиграл. Че, Урса уже, наверное, на рожь сейчас пойдет. У него Владмир там есть, нет? Не отдавайте Рошану. Это Морф напоет, сейчас помогу. Нет, он возродится сейчас, ТПшница, наверняка на Рошана. Вам надо проконтролить. Вы-то сами не можете Рошану пока забрать. Варды надо, Лича нет. Давайте завардите лес хотя бы свой. В лавку Варды поставьте. Че, на тебя опять кто-то? Да не, нормально, мы тут живо остались. А, и тут еще этот шейкер, что ли? Шейкер вот откуда? Он же вот отключился, нет? Шейкер уже все равно это как не играет. Все равно пусть ливает, он уже не в игре. Что, первым айтем изверился делать, да? Выйти лучше быть. Как там? Не, ну 3 на 3 мы точно играть не будем. Будете даже 2 на 2 играть, как получится. Просто равные составы, чтобы были. Блин, задолбал с этой фиссуры. Шторм, стой сейчас. Алина, слышишь? Ну чё, она-то теперь ещё? Лич отключился, и она ещё, ё-моё. Тихо. Хала бы боту, я бы попросил. Успею я. Что ты тут волнишь? Да, попробуй. Так же ботл передавать, да? Контрол и на него, да. Это я буду дать. А, вообще ты хочешь? Передать, просто дать. Просто на него перетащить и все. Мне ботл не дала. Блин, Урса там, гаденыш. Как ты засуетился, даже не вообще не знаю, что сделала. Че, в ажиотаже? Да. Бывает. Плюс. Тебе там кто-то пишет, почитай. Я не буду видео с экрана переключать, пусть пишет. Ну а влюк этот, блин, этот шейкер. В любом случае он уже все. Перекачка, ежичка, перекачка, понимаешь, перекачка. Дай булку на свист, куда ты обратно? Морф вообще на новый лаз.
Ну помоги ты Шторму, блин, ты морф вообще какой-то. Капец, вот Алина косячит, а у вас? Зачем тебе Мидас, морф? Вот зачем сейчас Мидас? Ранний Мидас бы еще ладно, нафига сейчас-то Мидас? Давай бот, давай бот. Капец. Куда каждый раз так? Fortification может нажать. Double damage. Ну ладно. Ну где куда идти? Что-то за крипами. Каждая монетка пригодится. Действительно. Каждая монетка на счету у вас сейчас. Как-то вам вместе надо собраться сейчас разочек. Подраться. Тетя, огони почти готов. Давайте от дефа, пока Аега у Урсы, от дефа поиграйте. О господи, он утонул, боже мой. Еще акс. Боже, боже. Я говорю, вам вместе надо собраться. Какой от дефа пока поиграть. Не ходите по одному пока. Сейчас критический момент, вы можете преимущество потерять. Ну, Талина, откуда лезть-то, Алина, а? Ну, зачем она вообще туда пошла? Соберитесь вместе, ну, а, блин, Алина, ну, что ты делаешь-то? Они мид снесут, можно башнями разменяться пока. Мид, он не адефает там один, никак. Разменяйтесь башнями. Как я разменяю, что у меня есть урон, что ли? Я не могу. Ну там крипы чуток бы. Блин, вот сейчас бы он побил и все сделал дальше. Акс идет, смотри. Ну по крайней мере лучше, чем там будешь стоять крипов кормить. Модос, ясно, понятно. Подефайте, пока подефайте, не нападайте, потому что пока Аега, вы даже если его убьете, он вас может возродиться и замочить. У нас, короче, куча чуваков взять, правда. Блин, ну эту катку вы не должны проиграть. Смотрю, что там. Че, от Алины пока у вас толк-то не особо. Так, 13 левел Урса. Урса 13 левел уже, народ. Низ, низ, Алина, низ. О, лич, лич. Вот она. Я плачу тем же. Перекат. Лол, я убил туска. Нет. 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 Спасла Алину, зато сама сдохла. Отлично. Идите нафиг, блин! 2-2 поменялись. Урса Аега еще минуты будет 2. Когда умирает, что-то у меня переключается на это. Возьми себе ПТ. Что ты собираешь? Нет. Вообще, что Алина собирает? Boots of Travel? 20 минут, она Мидас и Boots of Travel, блин. Вот из-за нее вот эта вся фигня. Вы начало-то хорошо играли. Она просто непонятно чем занята. Не понимаю она, как вообще, что она хочет в этой игре. Алина Дип. Так. Да, тут у нас перед двумя. Полина, ну тебе надо затащить.
Катчу. Больно. Ну, это у нас. А мы проиграли. Просто давай сделать уже кто-нибудь и все. Что он говорит? Не знаю, что он говорит. Ты так делаешь, скажи, пожалуйста. Вот ты, ты наверху кормила. И что? У меня 11 уровень всего лишь. Скоро будет. Через 2 клика. Тебе аганимбу, да, собрать? У меня скоро уже будет аганимб. Обязать. Забежи. Припас, забежись. Нормально. Чё, гоним, гоним. Так, я пока на шторма переключусь. Не трогай. Блин, короче, от Алины, я думаю, вряд ли толк будет. На тебя надежда тут вся, в общем-то. Ну, на Тимбер тоже нормально играет. Тимбер в лейте теряет потенциал свой. Ну, я фармлю, а гоним есть. Аганим есть уже, отлично. Сейчас я Алису тоже спрошу. Бладстоун у шторма. Ну, шторм тоже у вас нормальный. Алина, если бы нормально играла бы, у нее морф, она Этериал Блейд должна собирать на урон что-то. Она собирает какую-то дрянь себе. Скажи... Тихо, тихо. Это Урсавы. Сейчас Тимбер убьют, наверное. Может, нет? Да. В центре надо, блин, там инвиз, что ли, у Урсы, или блинк, что у него там. Алин, ты бы вот собиралась лучше на урон, ты собираешь херню себе. Блин, откуда у них этот? Смотри, у Урсы это, инвиз. Не знаю. Аега кончилась? А, Аега, Аега у Урсы. Урса помина. Как ты играешь? Я не знаю. Блядь, слышишь? Что? 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 Нормально. Все, пушьте. Снесите мид одну башню хотя бы, пока этих двоих нет. Что там, Огр еще? Огр, встречайте, Морф. Хороший выстрел, да? Ага. Ты убил, что ли? Угу. Меня связал, чего давай, все. У меня же аганим. Аганим есть у Полины, сейчас да нормально уже будет. Стоп. Пушаните мид и отходите тогда. И варды купите, у вас вообще вардов нет. Ты уже фармишь 20 минут, Алин. От тебя толку нет, ты керри, а от тебя толку пока никакого нет. Вон они убивают без тебя все. Можно фармить еще 20 минут, конечно. Соберись на урон уже, Этериал, что-нибудь собери нормально. Тимбер ушел. Вам надо сейчас вместе собраться вчетвером, кого-то одного, двоих гангануть. Не разделяйтесь. Акс там, Акс, Шторм, осторожно. Урса тоже в инвизе бегает. Ай, ульту поражал, гаденыш. Шторм нормально катает. Все, ульта кончилась, убивайте Урсу. Помогите шторму, народ. Нет, ты там гасишь всех. Я? Ну, эта скотина достигла меня. Кто? Алина? Да нет. Тимбер? Ай, уходи. У него ульты, кстати, нет. Он сейчас там на шторма потратил. Да ё-моё, Тимбера убили.
не замедлили еще, супер. Чармана нет, ты ее не убьешь, даже уходи. Возьми ТП и ТП. Тебе это, тебе манго надо обязательно, потому что тебе иногда будет как критически не хватать, и мангуст, чтобы съесть. Нормально собирать. Че сейчас ты дальше-то хочешь? Форстав собрала. У вас еще улича. Улича еще ульта есть, вы его не забывайте иногда дергать в нужный момент, особенно если кого-то из вас убили, за лича играйте. Я, наверное, криты буду собирать. Да, наверное, да. Норм, конечно, что под ультой, у тебя скорость атаки какая, криты. Большая. Шторморк. Шторморч сейчас соберет. А это все фармит. У нее доминатор. Слушай, она вообще какая-то неадекватная, что ли. Ну какой доминатор на морфинга? Для чего ей сейчас? Ну пусть соберет нормальные предметы на какие-нибудь хоть. Ее вообще как будто нет с вами. Она, конечно, бегает там где-то, я ее вообще не вижу. Пушаните, мид, чё вы? Алин, иди помоги им, ну хорош в лесу стоять. Помоги, вы четверо, их трое сейчас пушьте. Урса там вылез вон. Тут еще и туск, отлично, вообще супер. Ну, урса ультанул. Он не ультанул. Не? Лол, повершотик, зашибись. Повершот, а я на Тимбер он в это время навел. Ну все, несите и Аегу, Аегу забирайте потом. Эту и нижнюю башню еще спушьте. На хайграунд все равно не зайдете пока. Ну блин, башню будет пушить, нет? Ну пушьте, вы что фармите-то, четверых убили, ну. Алин, спушь пока вверх, ну что ты фармишь лес, всех убили, что ты делаешь в лесу? Отпушь линию. Я вообще, вообще офигеваю просто от нее. Штормец, давайте на Рошу. А то это урса сейчас на Рошана пойдет возродиться. Заберите, вы уже сможете вчетвером забрать его. Не на базу, не на похитить. Смоки купите, варды. А это все фармит, подруга твоя. Он сдолбал меня уже. Капец вообще просто. Кири, блин. А где этот? Шейкер, скажу, чтобы отключил. Шейкер? А, да, пусть отключается. Паузу ставь. Поставь, пожалуйста, паузу. Не-не-не, с шейкером мы точно не будем играть. Паузу. Ты пишешь только нам, ты понимаешь? Я пытаюсь всем. Ты что? Можешь писать всем. Кто мне все время пишет, а? Ну она дура, что ли, гов играть? Ну блин, скажи хоть подруге, чтобы не отжимала. Как сделать вообще за паузу поставить? Ребят, напишите шейкер, чтобы он ливнул, игры не будет. Остановите игру. Я лечу, сказал, чтобы он отключился за шейкера. Играем 4 на 4. По-честному, чтобы все было. Отключись, шейкер. Да он не слышит тебя. Поставь паузу, ему в личку напиши. Все, отключился, все, играйте. Он сказал, что он обиделся, так я так понимаю. Он обиделся. Он, главное, ливнул, и он обиделся. Все нормально. Все, больше мы этого товарища не будем брать. Надо Роху проверить. Как? Да, урс на Рошане может сейчас быть. Только по одному не проверяйте. Туда надо... Я иду. Под смоком зайти и забрать Рошана вам надо было бы. Кстати, у нее что, Блинк или Shadow Blade у урсы? У урсы. Shadow Blade нет. Ну... Ну блин, отдали Рошану. В центре надо. А, тут еще и Акс. Вам раньше бы самим Рошу забрать.
Уйдешь? Да, я да. Там шторм. Может, на развороте поможешь? Может, нет. Здоровей. Шторма убили. А Его у него. А это фармит ты все. Скотина, что ты творишь, блин? Ты что творишь? Что творишь? Придушный. Че, он типа у тебя застигнул? Типа да. Алин, ты хотя бы ТП носи, ты команде вообще не помогаешь. Ну, травила вообще-то. Ну, травила, они у него не всегда, они в кулдауне бывают. Ты, ТП ты лез... так же в кулдауне, как и травила. Не, ну можно иногда ТП, иногда эти. Они травила же независимы. Так же, ТП. Но они же отдельно работают. Нет. Че, типа, если ты травилами прилетел, ты ТП не можешь использовать? Да. А Ега у кого была? Урсы, конечно. То есть она у нее еще не есть, знаю. Да? А Его у Урсы, да, была? Блин, кто-то мне пишет. Ну, кто-то пишет, не могу ответить, потому что не так, кто это пишет. Тичник. Че, помните, давай попробуем. У меня сейчас остыли. Блин, даст ты, может, купит уже, нет? Может, уже гем пора купить кому-то из вас? Или даст ты, например. Ни вардов, ни центрик. Чё же, из инвиза он вылазит все время, Урса. Опять симбирсо стиль, где-то бесит, плюс. Я так посмеялся все. Ага, такой типа как застигл и посмеял. Допустили. Действительно. Ты же не любишь стилеров, да, Паня? Ненавижу. Хотя знала стилю. Кек. Да блин, Wild Punch. Видишь, опять из инвизы. Вы из-за этого, вы бы их разбомбили уже давно. Та-дам. Я убил Урсу, думаю. А фигу типа это? Давайте, мочите. Опа. Все, ульта кончилась. У меня нет. Да, блин. Полинка неудержима. И Урсу еще в спину. Да не могу, мне ее не с кем было привязать. Не с кем. Ну че, огр-то? Огр ливнул. Да нет, но это свинство полное. Поставь паузу. Кто за огр играет? Носферату. Ну, он у вас в команде. Ну чё, блин, 3 на 3 что ли играть? А кто будет ливать? Куда по нас поставьте паузу. Пусть. А, ну всё. А почему? Да, выиграли, нормально. Они сдались, что ли, получается, ну, что да. ли? Огр нажал там сдачу и все. Ну вот так, 1-1 счет в серии. Молодцы. Чё, ещё одна игра, да? Да, сейчас будет. Если все будут.